Что касается зимовки пчел на меде, смотря в каких условиях, вы знаете, то, что мы имеете себе право, возможность позволить в условиях России, к примеру, зимовать тоже там подсолнечники, либо зимовать на светлых медах, мы в Беларуси себе позволить не имеем права. Последние годы, а точнее последних лет, наверное, 7-8, у нас в Беларуси активно по осени идет падь. И пади просто очень много, а плюс то место, где стоит один из моих точков, идет удачный вереск. И вересковый мед, не знаю, мы дорогой в Беларуси, поэтому зимовать ни на вереске, ни на паде пчелы не могут. Что касается моего мнения, я считаю, что все-таки на чистом меду я бы не зимовал. Я бы хотя бы одну третью часть запасов, вот именно, которые идут, будут в начале зимовки питаться пчела, чтобы не перезагружать, не перегружать прямую кишку пчел, я бы все-таки сделал сахарным сиропом, даже с целью того, чтобы дать какие-то лекарства в виде той самой полыни, либо просто для облегчения зимовки пчел.